Всем привет, ребят! Ну что, сегодня мы на аккаунте моего подписчика Артура, у которого аккаунт донатный, как видите. Потратим мы сегодня ему самики, сейчас посмотрим на аккаунт, что у него есть, какой аки, решим, куда мы их потратим, потому что он не может определиться, что ему надо. Так, гильдия тролли, проходим БГ товарища, не забываем качать часовых, вот так вот. Кидайте заявочки, вступайте. Гильдия молодая, развивается. Так, 333 тысячи. Силы у нас. Турину 1987. Пол ляма доната. В принципе, неплохо. Что по героям? 86-89. Ну, тоже неплохо. Суккуба просто не выставил. Нету свалена и зефирки. Ну, неплохо, я считаю, при таком донате. Очень даже ничего. Зефирки уже 75 осколков. Вот так вот. Круто. Так, окей. С этим разобрались. Поехали, посмотрим. Карту не хочет забрать. Не помню, надо выкидывать героя или нет. Надо все-таки. Ладно. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Что там у нас? Так, забрали плюшки. Поехали посмотрим героев. Какие у него герои там в алтаре. Сейчас мы будем полчаса искать алтарь. После этих скинов, блин, задрали. Этими скинами. Их что-то нормальное найдешь. Так. Это жесть просто. Вот. А вот он. Наверное, у всех такая лажа. Так, Минотавр с пактом. Второе СУ, в принципе, тоже вариант хороший. Победный. Отлично. Девятку вытащил. Тоже неплохо. Маскировка для битвы гильдии. Ронина Джох, тыковка топовая. Тут, конечно, лучше ремочный вариант. Ремочка. Так, это для архи, скорее всего, было. Здесь ремка бесполезная. Лучше бы СО вкачал. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Отлично. Ну, в принципе, то, что надо для игры, есть. Смотрите, какие топовые талантики, чарки. С СО. Ну, в принципе, интересно, интересно. На это посмотреть. Так, землеройка. Интересные, конечно, варианты героев есть. Все, дальше пошли уже не вкачанные. Без эволюций. Пятерочки. Понятно. Так, ну что, давайте попробуем паролить. Нам надо просто одна имба. Может, повезет, конечно. Но в таких случаях, я уже говорил, таких героев лучше докупать. Варлок призрачный, хранитель. Землеройка, нифига себе. Блин, а почему не свален? Вот круто падает. Жесть, конечно. И все, короче. Давайте до лиги. Капитан Дрейк. Такс. Интересно, что у него по подземкам. Восьмая кошмарка зафармлена, фуловая. Вот так вот. А, тут я говорю, восьмая кошмарка. Думаю, нифига себе. Седьмая, восьмую он даже еще не фармил. В принципе, мог бы и зафармить. АИ, АДЖЕЙ. Понятно здесь все. Поехали паролим созвездие. Он просил созвездие посмотреть. Еще паролим.
Так. Смотрим, что у него там делается по созвездиям с таким донатом. Тоже интересно. Отлично. Печально. Так, ну-ка давайте так. Землеройка. Хоть немножко силу поднять. Точность, крит, атака. Давайте уже по всех пробежимся, посмотрим, где что есть. Так, тут печаль. Роза вообще печальная. Да, я думаю, что так мало доната. Вот видите, где весь донат. На созвездие надо весь донат. Так, крит сопротивление нормально. Вот так слегонца. Атака тоже ей нормально будет. Ледяха топчик. Бубич, конечно. Хотелось желать бы лучше. У него будет собранный на урон. Со. Странный бугимен, конечно. Так, крит атака. 333. Нормально, еще троечку бы надыбать. И можно выходить с аккаунта. Так, Махатма, уклонение, в принципе, нормально. Так, Асура, атака, ну, с Асурой, конечно. Уклонение можно оставить, четвертое. Еще одну пятерочка, крит. Ну, даже так оставить, это уже получше. У него, конечно, что-то я смотрю, вообще печально все. Созвездием, ну, наверное, как и у всех, потому что это самая затратная часть на сегодня, это созвездие. Риббет переведен, ну, Риббета я вряд ли думаю, что он использует. Так, Седнушка. Ну, тут вы понимаете, надо каждому собирать героя отдельно, мы так постараемся в среднем хоть что-то повытаскивать, посмотреть, хоть посмотрим, что где стоит. С уклонениями, ну, не знаю, такое себе дорогое удовольствие, как для фрая, лучше бы крит, как по мне, был. Заклинательница. Ну, такие герои можно просто поподгонять, которых он использовать не будет. Так, вот тут, в принципе, нормально. Точность. Нафиг надо. Так, крит уклонения, ну вот это уже получше бигфутик будет. Там у нас кто там, Афинка. Так, крит урон, уклонение, отлично. Тут, конечно, на одного героя может не хватить, ой, отлично. Не хватить этих всех самов. Ну, тут такое можно оставить. Крит. В принципе, у него дафь есть. Так, тут отлично. Стрелок до сих пор не прокачан. Это, конечно, жестковато. Крит сопротивление, жизнь. Можно оставить. Атака чисто для силы. Тут, конечно, в идеале для этих всех героев уклонение. Вот, кстати, Ронин. Странно, что он с Ронином без уклонений. Как он, хотя, в принципе, у него такие герои будут. Ему это уклонение до одного места, но все равно Ронина хотелось бы собрать с уклонением для прохождений. Даже четверки хотя бы нарулить. И то уже будет хорошо. Четверки одни падают.
Так, пятерочка. Крит ему нафиг не нужен. Жизнь атака такое себе. Блин, да нафиг этот крит. Беспонтовый. Ну, даже так оставить. Уже получше будет. Так, Анубиса мы трогать не будем. Видите, у него на многих героях вообще ничего нет. Крит урон отлично. Даже если вот так оставить, здесь можно немножко переролльнуть. Ну, это, конечно, копейки. Кто ролил себе созвездие, те знают, о чем я. Блин, крит удар, крит урон. Ну зачем они хрону? Точность атака, ну уже даже лучше так. Жизнь. Ведьма. Ну, ведьму тут лучше самый вариант. Это, допустим, атака, крит удар. Крит урон, то есть в этом плане собирать, потому что она использоваться будет на архидемона в основном. Ну, я так ее, по крайней мере, использую. Такс. Медузка, в принципе, тут без разницы. Одержимое аналогично. Просто чисто поднять силу, не более того. Так, вот здесь тоже надо на крит собирать. Уклонение нафиг не надо. Крит сопротивление, атака. Вот отлично, крит удар. На героев, которых вы используете на архидемона, ставьте крит удар. То есть, чтобы максимум он критовал, если у вас тем более не прокачанный аккаунт, либо атаку. Крит урон. У вас без крит удара, ой, вообще отлично. Срабатывать так не будет. Так, отлично, этого можно оставить. Ну, душика просто чисто ради силушки поднять. Череп, в принципе, тоже он уже не настолько актуальный сейчас, чтобы его там особо вкачивать. Так, вот здесь опять та же самая картина. То есть надо героев. Вот так. Даже так можно оставить. У него просветы все равно не прокачаны. Ему атака за счастье будет. Блин, нафиг эту атаку мы вообще юзали? Ладно, даже такое для силушки. Атлант трогать не будем. Интересно, Минотавр. Минотавр хороший. Тыква. Уклонение. Какой смысл? Она должна критовать. Ладно, там пятерки оставим, но крит надо ей ставить. Она критовать не будет, это реально будет печаль. Вот хоть крит удар один словили. Так, и шапочка. Ну, шапка тоже бессмысленна с его героями, в принципе, она не особо актуальна. Ладненько, поехали. Попробуем вытащить ему еще Свалина, если получится у нас рыцарь.
У нас должно это получиться, либо имбу какую-то, либо суккуба вытащить. Одержимый. Осмо, блин, жесть просто. Бог грома топовый сейчас. И герой Castle Clash Down 2. Фараон, Атлантикор. Ну, рандомчик, Трифит. Блин, космище выпал, конечно, жестко. Но он здесь уже не настолько актуален, скажем так. Заклинательница. Герои неплохие падают. У него это все есть, это, знаете, это так. Ронин, Кинди. В поисках одного героя. Индик. Капитан Дрейк. Ну, рандомчик, давай. Валентина Горгул. Эх, в общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, жмите репосты, кидайте заявочки. Кому надо паролить, в телегу желательно. Телега моя есть всегда в описании. Конкурсы, все дела, еженеделька есть, никто ее не забыл, не отменял. Все зависит от рандома и от вашей удачи. Все, всем пока.